Итак, друзья, у Алисы есть новогодний квест. Давайте сейчас откроем. Проверим. Открой новогодний квест. Сейчас пригляжусь. Опа. Новый год. Новогодний квест. Наводите камеру на новогодние предметы. Открывайте загаданные и получите подарок 30 дней Яндекс Плюса. Так, наводите камеру на новогодние предметы. Друзья, ну что ж, давайте сейчас я попробую сам навести. Ну, не знаю, шапка Деда Мороза – это новогодний предмет? Много в Новый год на ней звезд, игрушек и огней. Елка. А, надо навести, друзья, на елку. У меня елки нету. Но здесь, короче, он намекает много, что надо навести на елку. Видите, дает подсказки. Друзья, но у меня дома вообще нету елки сейчас, поэтому мне не на что наводить. Вот, так что, к сожалению, вот так вот. Но вы поняли, да, надо наводить на то, что она намекает здесь вот. И наводите, она понимает, что это елка, и дальше следующий квест будет наводить и так далее и тому подобное. То есть, вот такое вот задание, очень классно, на мой взгляд, сделано. Так что, пользуйтесь, ну, елки, опять же, у меня нет. Так что, друзья, пользуйтесь, играйте с Алисой. Всем пока, до свидания.